Добро пожаловать, мистер Винни. Я ждал тебя, старый друг. Почему бы тебе не показать твое уродливое лицо, чтобы я пустил пулю прямо между твоих глаз? Ты вспомнил меня, мистер Винни? Фрэнки, так это был ты? Боже, иногда дерьмо очень трудно смыть, и оно опять всплывает. Все такой же комедиант, мистер Винни. У меня было много времени спланировать месть после того, как ты меня оставил умирать в Тактауне в 1928. Как вообще получилось, что такой лунатик, как ты, стал главой всей этой операции? После того, как я услышал, что нацисты стали необычное оружие, я им предложил немного моего зомби Пойла. И они сразу заинтересовались его приобрести. И я скатил состояние, продавая его. Для чего ты вообще работаешь с ними? Что с тобой не так? Ох, эти немцы, они думают, что я им помогаю строить их драгоценный Третий Рейх, но не тут-то было, я строю свою собственную армию, когда я закончу, то даже Гитлер будет мне подчиняться. Я буду управлять миром, и эти пожиратели Чницели помогают мне в этом. Ты раньше был сумасшедшим, но теперь ты совсем выжил из ума. Когда армия союзников сюда дойдет, то они сметут все к чертям, и тебя тоже. Этого не произойдет, знаешь почему? Как только эта машина получит твою кровь, я буду единственным в мире, у кого будет противоядие против отравы. Так что лучше будь готов, мистер Винни. Будет больно. Чик, чик, белый, чик, чик. Вон он взлетает. Ну что, против него воевать что-то? Да, против него воевать. Блин. Вот что он вот умеет. Это прыжок. Вот это прыжок. Ай. Вот что он умеет. Богдан, не делай так больше. Богдан, не делай так. Да мать, это с пулемёта. Это неэффективно, Богдан. Эффективно. Эффективно его спугнуть. Тоже главный босс. Так, ты главное не появляйся. Ты не сильно нам можешь помочь. Хорошо. Тогда я вообще уйду. Куда ты уйдешь? Никак ну, туда. Ты не уйдешь. Я тоже не появляться. Да, пока птички не будут. Когда мы вот это сломаем, то я помню, где птички. Можно нормально вот это работать? А как фонарик висит в небе? Невидимым тоненьком проводочке. Он очень тоненький. Бум! Аптечка. Может, мы можем появляться? Да. Ебой. 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 Богдан, тебе в спину там. Я кетчуп делаю. Я мажу кетчуп. Потому что он ходит делать. Сюда, пирочка. Теперь сюда кетчуп. Сюда теперь вот так. А ну пошел. О, ого. Да блин. Ой. Автомат, 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 автомат. Пулемет, пулемет, пулемет. А ну иди. Богдан, иди на пули. Возле огня старайся находить. Блин. Опа. Так, сюда вдруг кетчуп, а сюда перчик. Теперь кетчупа, а теперь перчик.
не помню. Бога, правда, нормально. Я появляться тебе? Нет. А тебе нужно одному сломать этот пулемет. Он кетчуп мает. Ого, так мало жизни. Он пытается выиграть. Но не выходит. У него этот кетчуп сильно плохой. У него он сильно плохой. У него пуля вообще фигурит. Нужно бы ему применить нормально. У него как наш автомат. Не, наш автомат. У нас даже у калаша лучше, чем у него. Да. Даблкил. Аптека. Появился. Ой, ракет. Ой-ой-ой. А, меня тут прожарило. Теперь нам надо пойти в фиг. Можно по ним доси стрелять. О! Нас хоть трое. Мы их победим. Я это буду. Давайте стреляем. Лазер. Стреляем, пацаны. Лазер пока не попадает. Блин, он еще и ракеты вызывает. Да, он еще и ракеты. Кулачок. Нам теперь туда надо. А там почти разлом. Я буду стоять за взломом. Все, минус. Все, теперь нам нужно почти столько сервисов. Просто стоять на кости. Да. Пошла, блин, сюда ракета. Я огнем. Вот это сложно, что он еще ракету выпускает. Да, это сложно. Вот. Пошла. Не рекомендую ему такие. Не стой там в угол. На! Опа, минус ракета. Хорошо, не будет жарить. Я на почти выжил. Закрутили. Эй, ты выжил. Завертили. Богдан, ты что? Да. Бум. Сейчас у меня спадет эта крыша. И он будет немножко другая штучка. Сейчас он вылетит на какой-то фигне. Смотрите. Отойди от этой штуки. Посередине теперь. Вот это лошадка. Богдан, не лови только все пули. Ты не терминатор. Я буду вертаться. Да, конечно, буду. Лети отсюда. Да убегай отсюда. Мы уже почти его убили. До начала, до начала. Ох, ё! Что он делал? Нифига, он даже и лазер уже умеет выпускать. Да, это он умеет. А, он не каналли. Сейчас будет лететь. Сейчас он будет попытаться. Смотри, жарю просто. Помнишь, как барбекю жарим. О, сейчас будет аптечка. Пап, не спавнится? Да. На. А аптечки-то нету. Опа! Хоп. Все, больше нету уже аптечек. Все. Справляйтесь уже как-то сами. Все, никто не появляется. Похоже. Классно ты появился, Рома. Главное, эффективно. Пап, ты его уже сам? Блин, я сейчас умру. Ножи появился? Нет. У меня меньше жизни, конечно. Реферед.
Сейчас они так лететь опять. Потом все попробуем. Тай! Сейчас он будет лететь. Хоп. Папин дом тут. Ему пулеметище. А вот такого не ожидал. Он же такой побитый. Папа вообще прошел игру. Красавчик. Не зря, Рома, мы собирали пулемет. А потом говорит, нафига нам этот пулемет? А ну иди сюда! На, на, на! Пожалей меня, Винни, это была шутка, ты же знаешь. Это была твоя лучшая шутка, знаешь? А ну иди сюда! Теперь он точно не выжил. Кто же будет в третьей части главный босс, если этого точно уже убили? Да. Этого точно уже убили. Кто будет главный босс? Что за... улица? Вот он сейчас выйдет. Вон там эти тарелки. Вот, это он отсюда взял тарелку. Итак, что ты знаешь? Все, конец. Мы прошли игру. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк, подпишись на канал. Спасибо! Well, it's better than prison.